Был страшный бой у Вовки с тенью. Его заклинил выска. Пробитый пемолюксифери. Враг задохнулся от хаха, ползя в грязи, подумал Вова, что враг коварен и силен. Но разве мог чечен представить, что с Вовкой будет драться он, скрипя зубами, рвя ладони? Володя полз вперед к нему, а сзади Малафеев шел спокойно. С тарелкою неся еду, Володе стало очень грустно. Никто не видел этот бой, и чтоб себя уж не обидеть, он сам сострепал наградной, и в нем, как в бешеном рассказе, он описал судьбу свою, как он один в Чечне заставил боевиком бежать в горы. И раскаляя свои грезы, чтоб не попасть совсем в просак, еще на две награды Вовка придумал кровяной рассказ. Его кукушка сотрясалась от взрыва в голове, в очках воображение рисовало. Всех бой ведет последний раз, но как-то раз судьба Володи преподнесла подарок свой, и после энной заварушки Володя стал совсем другой.